Стучат часы, тик-так, тик-так, и циферблат глядит на нас серьезно. Подумайте, что так и что не так, тик-так, подумайте, пока еще не поздно. Пока стучат часы, пока стучат часы, пока стучат часы, не вешайте носы. Пока стучат сердца, пока стучат сердца, за лучшее сражайтесь до конца. Есть время людям радость подарить, тик-так. Есть время, чтобы исправить все ошибки, найти друзей и чудо сотворить, тик-так. И целый мир открыть в простой улыбке. Пока стучат часы, пока стучат часы, пока стучат часы, не вешайте носы. Пока стучат сердца, пока стучат сердца, за лучшее сражайтесь до конца. Пусть сердце, как часы, стучит в груди, тик-так. Спеши узнать, увидеть, удивиться. Скорее дело нужное найди, тик-так. Не дай своим часам остановиться. Будьте любезны. А, кукушка, часы, кукушка. Готово. Пожалуйста. Посмотрим. Не кукушка, а соловей. Ну так. Ку-ку! Маш, ну что ж ты нас пугаешь? Деда, кончай колдовать над своими часами. Пойдем со мной на каток. А ты уроки-то выучила? Нет. Я прямо из школы. Маша, какая сильная. Пошли. Ну пойдем. Да, Маша, я тебе сказки купил. Какие? Волшебные. Вот пойди и посмотри пока. Спасибо. Ну так, а я закончу одну любопытнейшую работу. Вот эту. А что это у тебя за часы? Вчера я у тебя их не видела. Ты принес какой-то чудак. Назвался сказочником. Сказал, пока бьют эти часы, может прийти в твой дом сказка. Или ты сам окажешься в ней. Деда, а ты не хотел бы попасть в сказку? Ну, это смотря в какую. Вот с тобой, Машенька, в любую сказку, пожалуйста. Да, сказочный какой-то механизм, никак не могу отладить. Какой же он сказочный? Выдумываешь ты всегда, деда? Выдумываю. А ты лучше почитай-ка вслух. Слушай, деда, в старину, далекую старину, возле глубокого теплого моря стоял прекрасный город веселых тружеников. Жили в нем добрые честные люди, и далеко летела слава об их умении и мастерстве. А рядом с городом, среди скал, возвышался мрачный замок короля Кроводина Первого. Владел Кроводин бесценным сокровищем, волшебным колпаком-невидимкой. Никто, кроме его приближенных, не знал о сокровище короля. Тайно пробирался невидимый король в город веселых тружеников и ставил свою печать на все, что ему нравилось. И это отныне принадлежало только королю. Итак, приступим, Ваше Величество. Не зацепитесь, Ваше Величество. Осторожненько, здесь камушек. А! Это что? Ваше Величество, вы стоите на моей руке. Да не пустяки, Цивлеон. Благодарю вас. Меня не видно? Нисколечко, Ваше Величество. Ваше Величество, обратите внимание на туфельки. Ну-ка, ну-ка. Эти берем. И это. И здесь возьмем. Ой, это.
за садик, Ваше Величество? Здесь, как они говорят, живет великий садовник со своей дочкой. Они выращивают дивные цветы. Ваше Величество, какие розочки, какой аромат. Из них можно сделать великолепные духи. Дай сюда. Что там? Но здесь не будем задерживаться, Ваше Величество. Здесь живет большая семья, горь перекатная. Корзины плетут, из соломы каких-то чертиков делают. Не торопись, Цыплен. Ну-ка, пропусти меня. Стой здесь. И те, у кого на руке появлялся страшный черный знак, должны были работать на короля всю свою жизнь. Пошли дальше. Идите сюда, Ваше Величество. Не сочтите за труд взглянуть. Тонкая работа. Красивее не найдешь во всем городе. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А это какие горшки? Ну, кажется, все. Пора уходить, Ваше Величество. Уже прислуга отправила замок на работу. Сейчас, Ваше Величество, мы тронемся. Зачем вы берете моего осла? Ваше Величество, мы уходим. Мой колпак. А где колпак? Где мой скал? Сашка, Мешка, Сашка, Сашка, ну отдай колпачок. Отдай колпачок, собачек. Собак. Сашка, Сашка, ну отдай, ну отдай колпачок, ну отдай. Отдай, отдай. Сын, вот он мой колпачок, нашелся мой колпачок, вот он. Цыплен, что это? Ваше Величество, нужно отлаиваться. Цыплен, я больше не могу. Отлаивайся один. Ваше Величество, не споткнитесь. В это ясное утро никто не заметил, что за ночь в городе появились зловещие королевские печати. Доброе утро, отец. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ты лучше сыграл бы что-нибудь. Под твою музыку и работается веселей. Сыграй, сыграй, сынок. А? Давай, давай, казино!
стой, стой, стой. Садовник был всегда печален, ведь его единственная дочь, прекрасная Миэль, была больна. Она не могла ходить. Отец на руках выносил ее в сад. Не печалься, моя маленькая. Я верю в волшебный цветок. Он расцветет, и тогда уже никто не поглядит на тебя жалостью. Боже мой, неужели когда-нибудь я подойду к дому, и Миэль выбежит мне навстречу? День за днем все жду, надеюсь я, оживет мечта моя. Лишь цветок волшебный расцветет, счастье в дом ко мне войдет. Небо речкою разлится, чтобы море повстречать. Мне бы птицы в небо взвиться, чтобы с ветром даль умчать. Я увижу мир земной красы в капле утренней росы. Лишь цветок волшебный расцветет, счастье в дом ко мне войдет. Исполнение желаний. Миэль! Миэль!
Смотри, еще немного, и бутон распустится. Сок его лепестков волшебный. Он может даже сокрушить железо. Он может исцелить любого человека. Ты будешь здорова, моя Миэль. Но помни, девочка, цветок исполнит только одно желание. Его Величество, благородный король Крападин I, намерен получить то, что по праву принадлежит Его Величеству. Пусть каждый немедленно, но с радостью отдаст все то, на чем значится вензель Его Величества. Начинай! Его Величество, тащи! Я отдам! Отпустите! Отпустите! Что вам здесь нужно? Здесь все принадлежит королю! Что они делают? Отец, мне страшно! Клюси! Любите цветочки! Любопытный цветочек! Вы не трогайте, оставьте хоть сюда. Этот цветок! Так я тем более забавно. Деда, что будет? Сейчас грызун сорвет волшебный цветок. Да, если волшебство окажется в злых руках, оно может принести людям много горя. Я не хочу так, не хочу! Эх, быть бы мне сейчас в сказке! Беги, девочка, беги! Стража, она укусила меня! Oh, my God.
если выкуп? Король жаден и корыстолюбив, может быть, он за деньги вернет нам нашего скрипача. Ты смелая. Я таких девчонок в нашем замке не встречал. Смелая. Знаешь, у вашего короля есть волшебный колпак, который делает его невидимым. Колпак? Ну да. Поэтому он и держит весь город в страхе. Околпачивает всех. Откуда ты знаешь? Неважно откуда. Прочитала в книжке. Неужели? Надо пробраться в замок, утащить у короля волшебный колпак, и тогда его власть кончится. Тебя туда не пропустят, там собаки, мосты, решетки. Слушай, а ты можешь узнать, где король хранит этот колпак? Попробую. Действуй. А насчет замка мы еще поглядим, проберусь я туда или нет. Беда приключилась какая с сыном пекаря. Да, говорят, заточили в башню. Волшебный цветок. Расцвел. Девочка! Девочка! Ты не знаешь, что там случилось? Сегодня по приказу короля скрипача заточили в башню. Девочка! Я чувствую, ты пришла к нам из какого-то далекого далека. Ты уже один раз помогла мне, но можешь сделать в 1000 раз больше. Возьми. Проберись во дворец. Я верю, ты это сможешь. Передай его скрипачу. Этот цветок волшебный. Сок его лепестков поможет разрушить любые преграды. Пусть скрипач будет свободен. А как же вы? Вас уже ничто и никогда не исцелит. Иди, не думай обо мне. Нужно спасать человека. Пойдем к королю. Мы вернем городу нашего скрипача. А где цветок? Прости, отец. Я отдала цветок той девочке. Она отнесет его в черную башню. Ты знаешь, кому? Пусть он будет свободен. Доставлено узорные горшки, 150 кур несушек, 20 мешков груш. По-моему, там были еще такие примиленькие плащ и туфельки. Были. Возьмите. Возьмем. 8 корзин булок, 102 3 головки сыра, 10 голов сахара, корзины петрушки, 3 корзины лука. Там, кажется, была еще накидочка с брошью. Были. Возьмите. Положи. 60 бутылок вина. Тихо, грызун. Тихо. Что это в тебе булькает? Вода в коленках булькает. Да. Рубашонка. Возьмите. 2 бутылки отличного вина. 2 барана. Поваренок для кухни и 1 бунтарь. Кто? Музыкантишка пиликает на скрипке. Убрать?
Ясно. Сегодня же заточим в башню для страстки. Что я вижу, Циблеон? Что? У меня на лице морщинка. Это морщинка на зеркале, Ваше Величество. Да? Ах! Если бы разбить в королевстве все зеркала, я бы стала первой красавицей. Для продления красоты нужно испортить все механизмы старения. Я вам сделаю святого великого сатурника. Интересно, что вот ей такое там шепчет? Сейчас мы все разузнаем. Папочка, я тебя вижу. Я тебя тоже вижу, дорогой. Ваше Величество, оказывается, вы здесь? Маленький негодяй испачкал мой колпак. Ой, Саша, всегда ты меня пугаешь. Тетушка, пивная кружка, надо у короля украсть волшебный колпак, который делает его невидимым. Ты что? Кто это тебе рассказал? Как это можно украсть у короля? Выдумываешь про какой-то колпак? Это мне одна девчонка рассказала. Девчонка? Выдумываешь. Короли есть короли. И носят они на голове короны, колпак. А я сам видел у него колпак. Так вот, откуда эти печати? Что, если колпак испорчен навсегда? А? Что делать? Ваше Величество, разрешите мне выстирать колпачок. А? Разрешите, я постираю. Не трань! Никто не смеет прикасаться к нему. Колпак постирает королева. Я? Я рада, но я забыла, как это делать. Ваше Величество, что если... Хватит болтовни! Немедленно начинайте хоть что-нибудь. Делать. Как будет угодно, Ваше Величество. Тетушка, пивная кружка, сюда! Ну, Ваше Величество, что вам угодно? Нам нужно кое-что простернуть. Как это делается? Пуговка, тащи воду и мыло! А теперь давай утюги. Ну, что стирать? Это не ваше дело. Ну вот что, прошу всех удалиться. От тебя сейчас зависит судьба всего королевства. Главное в стирке, мамуля, это белье повесить на веревку. Правильно, дитя мое. Берем колпак. Колпак. Берем колпак. Колпак. Берем колпак. Несу шут на веревке. Как тяжело. Стирать. Как тяжело. Стирать. Как тяжело. Стирать без веревки. Колпак. Мы выжмем для начала. 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 Кстати, ты бы помолчала. Ты бы помолчала. Ты бы помолчала. Ты бы помолчала. Да-да. Берем колпак. Берем колпак. Ой, колпачок. Берем колпак и сушим на веревке. Как тяжело. Стирай. Как тяжело. Стирать. Как тяжело. Стирать. Как видно, нам с тобой не сладить. Ничего мы с тобой, мам, с тобой не сладить. Нам с тобой не сладить. Придется мне самой погладить. Миленький, самой погладить. Я тоже хочу. Иди сюда, сейчас поедем. Иди сюда, но... Поехали, котятки. Иди. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Иди сюда. А ты что, мальчик, делаешь? Еду.
Куда? О, принцессе еду. Мой папка и сейчас прическу делает. А твой отец парикмахер? Трюльник. Ну что ж, большой человек. Ничего. Как зовут? Цыбленок. Цыбленочек. А тебя как? Это меня зовут Цыбленочек. Не надо мучить котяток, Цыбленочек. А это что за ключик? Это ключ от папкиной мастерской. У нас там все запасы королевских духов. Слушай, а ты не можешь провести меня в замок, а? Конечно могу, а зачем тебе? Понимаешь, там в Черной башне сидит один человек. Скрипач из города. В Черной башне? Проваливай отсюда. Тебе чего здесь надо? Мне нужно попасть в замок. Зачем? Ну, очень надо. Похоже, что это та девочка, о которой мне говорил Саша. Ну, идем со мной, Маша. Куда? Королевская кухня. Это со мной. Кому же ты идешь? К скрипачу. Иди сюда. Ну, говори, зачем тебе скрипач? Я должна передать ему это, и тогда его освободят. Как освободят? Понимаете, этот цветок волшебный. Он исполнит любое желание того... Тетушка пивная кружка! Подожди, я сейчас. Ну, где же вы возьмете величество королева? Я мигом. Она хочет попасть в Черную башню. Какая смелость. Я могу тебе, девочка, показать, как идти в Черную башню. А что ты там прячешь за спиной? Какой аромат? Это волшебный цветок. Она хочет спасти скрипача. Того доброго юношу. А я так люблю его музыку. Поварята, зачем я понадобилась королеве? Обсудим королевский ужин. Еду утверждать будем. Я хочу сделать своему повелителю аппетитный сюрприз. На первое. Суп и пирог начиненный. Mm-hmm. Икрой, капустой, мясом, грибами, груздями. Груздями? Ну, груздями. Mm-hmm. Начиненный гвоздями. Так, на второе. Гусь, это замечательно. Фаршированный. Что же можно затолкать в гуся? Живут на свете люди для доброго труда. Бездельники когда-нибудь. Та-та-та-та-та. Ну когда же? Ну когда же они противные его выпустят? Папа, спасибо. Спасибо, девочка, у тебя такое доброе сердце. А я, старый дурак, голову ломал, не знал, как его выручить. А вы что, можете помочь мне попасть в Черную башню? Постараюсь, но туда не пробежит и мышь. Надо что-то придумать. Думай. Ну что ты, туда не пролетит и птица. Прячься. Служишь ты в лед? Служу, грызун. Ну, дай скорее цветок, я его спрячу в надежное место. Когда стемнеет, мы передадим его скрипачу. Дайте честное слово. Честное слово?
старого больного человека. Спасибо, умница. Жди меня здесь. Я скоро вернусь. Пока стучат часы, не вешайте носы. Пока стучат сердца, за лучшее сражайтесь до конца. Ну-ну-ну, пошли, пошли, пошли. Куда? А где цветок? Цветок у него. У кого? У парикмахера. Куда он его понес? Он понес его в черную башню скрипачу. Кому? Скрипачу. Теперь цветок пропал. Но он же дал честное слово. Молчи, дрянная девчонка. Можно ли здесь найти хоть крупицу честности? Теперь ничего не поделаешь. Все пропало. Откуда я знала? Я думала, честному слову всегда надо верить. Что нам делать? Пропала? Я придумала попасть бы мне в черную башню. Куда только чудо можно попасть. К чудесам привыкли, а сами ничего не можете. Какая чудная. И одета не по-нашему. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Одевай быстрей. Тихо, кто-то идет. Это пуговка. Это пуговка. Ну, идите по своим местам, быстро. Не побоишься? Ну что вы? Клёцка, проводишь эту девочку в черную башню, понял? Хорошо. Ну, в добрый час. Королевский палач. Стой! Королевская кухня! Куда? Королевская кухня! Иди за мной! Дорогие мои, сегодня в нашем королевстве праздник. Они, эти скромные труженицы, сделали для нас с вами дело государственной важности. Здоровье Ее Величества королевы! Теперь, после такого титанического труда, они, мы, должны хорошенько отдохнуть. Год, два, я не боюсь этого слова, три. Время работает на нас. Да здравствует король! Подожди! Прошу вас! Королевская кухня! Мы принесли обед заключенному. Ну-ка, покажи, чем угощает король своих заточенных. Пусти! Подождите! А вы разрешите отдать заключенному жареного гуся? Гуся? Ну, что ж, будем великодушны. И разделим все по-братски. По-братски. Нам гуся, а ему макароны. Это вам. И это тоже вам.
Наш колпачок кормит всю эту свору. Представляй, как он стал теперь беленький, как голубок. Принесите мой колпак. Стойте, стойте! Музыки! В такой праздничный вечер, дорогой, не хватает музыки. Позовите моего придворного скрипача и Геннадий Туги. Придворного музыканта требует король. Ну, сыграй, жена мой, сладкозвучный. Все подвластно. Это ясно. И трепещет вся земля под пятою короля. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, и трепещет вся земля. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, под пятою короля. Колпак заветный, незаметный, незаметный. У других такого нет, а колпачу белый свет. У других такого нет, или нет, а колпачу белый свет. Это настоящая симфония. Принесите мой колпак. Милый, ты любишь меня? Короче, что тебе от меня нужно? Ну, я хотела бы послушать еще одного музыканта. Того скрипача, которого ты приказал сегодня утром в башню заточить. Папка, я тоже хочу слушать. Ну, хорошо, хорошо, мои труженицы. Вы заслужили это. Приведите скрипача из Черной башни. Под охраной, разумеется. Порядок. С веревкой и напильником он убежит. Маша, беги! Ой. Ты что здесь делаешь, щенок? Ой. А ну, иди, бессильник, на кухню. Вот уже около часа, как мы толкуем об одном и том же. Отдай цветок. Я отдам. Ну, пойми, ты мой маленький упрямец. Мы должны пожелать для себя колпаки-невидимки. Колпак – это власть, а невидимость – это могущество, это безнаказанность. Мы должны загадывать спокойно, иначе ничего не получится. Папка, отдай цветок. Я хочу жениться на принцессе. Отдай, он мой.
Собирайся, тебя требует король. Похоже, что я заблудилась. Но без цветка отсюда я уйти не могу. Никак не могу. Да умеет ли играть этот оборванец? Люди, которые меня слышали, говорят, что умею. Мне жаль тебя, бедняга. Юноша, воруйте тишину, но как можно тише. Имей в виду, единственный настоящий мужикант в нашем королевстве – это Иги Наги. А стоит ли слушать этого щенка? Стоит, стоит. Ну что ж, если ты нам понравишься, мы окажем тебе великую милость. Тебя освободят. Играй, а мы посмеемся. Сынок, а то не убьют тебя. Королю, мы принесли выкуп за нашего скрипача. Выкуп? А ну-ка иди. Что вы делаете? Вашему скрипачу уже ничего не надо. Пошел прочь, старик. Что вы делаете? Убрать его!
сделаем. Грач! Я сам! Какой ужас! Король видел! Ты слышал ужасную новость? И не говори. Волшебный колпак. Придется голодать. Испорчил. Королева прожгла его утюгом. Кто ж так обращается с волшебным голодным убором? Неправда. Все равно я лучше музыкант. Виновата скрипка, бездурное дерево. Я сожалею, мой благородный юноша, о том, что твоя музыка принесла тебе страдания. Ты слишком молод и не знаешь, перед кем и как нужно играть на твоей чудесной скрипке. Не смотри так. Я владею мудростью жизни. Я умею пробираться в души людей и каждый звук струны превращать в золото и удачу. Поверь, я хочу помочь тебе. Отдай мне свою волшебную скрипку, отдай, иначе она погубит тебя. Теперь твоя скрипка в надежных руках. Не торопись, великий музыкант. Сыграй что-нибудь мне на прощание. Хорошо, ты услышишь в благодарность волшебную музыку. Что теперь будем делать? Без колпака мы как без рук. Мы погибнем, умрем с голоду. Теперь самим придется работать, как этим труженикам. Это позор, это хуже смерти. Король Кропотин Первый! Похоже на то, что меня околпачили. Мой единственный бесценный колпак испорчен. Что будем делать? Мой вопрос вызывает у вас... затруднение? Вопрос совершенно ясен. А вот ответ вызывает затруднение. Тот, у кого колпак больше, чем король, мы получим все, богатство, славу, мы с тобой такое натворим! А я хочу жениться на предательстве, молчи, голубей! Пробираться ночью, ставить печати на горшки и корзины, да наш король глуп, как пробка! Оскорбление величества. Взять! Я хочу! Я желаю! Скажешь королю, чего ты хочешь? Дети, я видел этот цветочек. Вы проворонили наше счастье! Пока вы не пустое место! Ваше пустое величество! Мы хотим есть много, но часто! Тихо! Этот цирюльник осмелится оскорбить ваше величество. И ты, Симеон. Он сказал, передать точно или намекнуть? Намекни. Он сказал, что у вас голова совсем не того. А точнее? Он сказал, ваше величество, что вы глупый, как пробка. Ваше величество, ошибка вышла. Это не я. Я не о вас вовсе, совсем о другом короле, очень плохом, которого вы не знаете. И даже я его не знаю. А я для вас всю жизнь, я вам такое раздобыл. Здоровье не жалел. Вот оно.
Вы только возьмите этот цветок вашей королевской ручки, пожелайте все, что угодно, и все исполнится. Этот цветок исполнения желаний. Цветок исполнения желаний? Волшебный цветок. Исполни мое желание. Я хочу иметь... О. А? Волшебство! Стража! Сбылась мечта. Я счастлив, наконец. Я обладаю силой небывалой. Мой верный раб, испытанный солдат, неуязвимый точный исполнитель, оружие в руках и в сердце камень, ни жалости, ни страха, ничего, есть только я, есть только мой приказ. Я объявлю войну всему живому. Я прикажу солдатам убивать и не щадить ни женщин, ни детей. Поставим непокорных на колени. Их города сотрем с лица земли. Историю их в памяти сотрем. Я, Кропотин, прославлюсь на века. Народы будут страдать от страха при имени моем. Я выше всех. Я самый-самый среди самых-самых. Я завоюю время и пространство! Вперед! Ура! Мне плохо! Помогите! Где цветок? Из цветка сделать эликсир-невидимку, чтобы хватило на 1000 колпаков! Что с ним? Дайте воды! Ну и король, почище людоеда убийца. А я тоже хороша. Проворонила цветок. Попалась, девчонка. Мамочки! Стой! Где она? Это ты проворонил цветок, папа! Это ты проворонил! Как был цирюльником, так и останешься! Ну, если б ты тогда не спорил со мной, было бы у тебя 20 принцесс на выбор! Неудачник ты, папка! Неудачник! Ну, перестань! Мое сокровище! Король приказывает тебе из волшебного цветка сотворить эликсир-невидимку! И тогда король приказал. Приготовьте из этого цветка эликсир-невидимку. Поняли? Поняли. Надо уничтожить этот эликсир, чтобы не было никаких колпаков, не было никаких войн. Эликсир-невидимка. Теперь нам надо что-нибудь придумать. А что же мы можем придумать? Узнать надо, где этот эликсир. Знать бы хорошо, но как? Я знаю как. Трубы и камины. Станем у всех труб? И будем слушать. Чего-нибудь да узнаем. Ну, пошли. О, высота. Вот если загреметь. Пахнет. Вареньем и шоколадом. Наверное, комната королевы. Да нет, принцессы. Ну, а что у вас? Вроде посуду бьют. И духами пахнет.
Я приготовлю эликсир по древним рецептам. Подай. Ой. Цветок. Готово. Именем короля, под страхом смертной казни, никого сюда не впускать, двери опечатать, окна забить, камины заложить камнями. Отдай ключ. Я видела ключ у Цыбленка. Точно. Следите все за мастерской. А ты, щетка, наблюдай за черной башней. Когда появится скрипач, дашь нам сигнал. А как? Как? Дымом как? Садись на трубу. Как увидишь скрипача, слезай с трубы. Сюда! Все сюда! Сюда! Волшебный эликсир готов! Мы спасены! Маша, Цыбленок в зеркальном зале. Странно, очень странно. Я где-то видел твое лицо. Действительно странно. Но я его всегда ношу с собой. Ой, ваше будущее величество! Как вам не стыдно заниматься таким низким делом? Штопать самого себя? Почему ты называешь меня вашим величеством? Если бы я была принцессой, я бы вышла за вас замуж. Почему? Вы такой красивый. Ничего. Умная девочка. Ничего. Иди сюда. У меня на шее спрятана очень важная вещь. Мне нужно срочно пришить воротник. Чтобы этот ключ, чтобы не потерять. А то я очень рассеянный. Ой, ваше величество, у вас на плече дырочка. Разрешите я зашью? Как? Правда? Если тебе очень хочется. А ты умеешь? Умная девочка. Не надо, ты вас сейчас уколю. Ой, и рукав по шву расползается. Не шевелитесь, уколю. Ой, щекотно. Ну, а теперь можно и воротничок зашить. Ключ, негодяйка! Отдай ключ! Папка! Папка, спаси меня! Папка! Смотрите! Смотрите! Сын Цыбленка! Убираю! Умоляю, дайте что-нибудь мягкое! Папка! Папка! Я больше не могу! Подушки! Папка! Одеяло! Папка! Скорей, кидайте! Бросайте! Я сейчас упаду! Мое сокровище! Люди, сын! Ключ, папка! Ключ, негодяйка, украла ключ!
Один шаг, и я убью принцессу. Принцесса? Принцесса. Он заколет ее. Именем папочки короля не троньте его! Он меня убьет! Отпусти принцессу! Действуй! Вон сколько здесь банок-склянок. Попробуй найди этот невидимый эликсир. Эликсир погиб. Как? Все наши надежды рухнули. Виновник схвачен. Эликсир погиб? Что делать? А? Страх! Страх, только страх сможет удержать всех в повиновении. Слушайте! Слушайте все! Беда! Беда, люди! Беда! Сегодня вашего сына по приказу короля казнят. Именем Его Величества короля Крападина Первого смертный приговор, вынесенный бунтарю-музыканту,
сыну пекаря из города веселых тружеников. Короче. Привести в исполнение. Начинай! И правда, и добро не пропадут, тик-так, и чудо будет вечно жить на свете. Пока стучат часы, пока стучат часы, пока стучат часы, не вешайте носы. Пока стучат сердца, пока стучат сердца, за лучшее сражайтесь до конца. Конец-то счастливый.